Что же, ребята, мы продолжаем, и я рад, что вы еще здесь, и вы не уснули. Я усну, наверное, после этой серии. Так что, Holmes, посмотрим, может, закончим. We've cleared the corridor to the frigidarium. You can visit it now. Он наконец-то. Thank you, Mr. Phillips. Я очень ждал. Хотел вас попросить, мистер Филлипс, но вы сделали это These раньше. These paths are becoming sinister. Идем в фригидариум. Посмотрим, что там есть. Что похоже на то, что было на картине. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Шлем. Насчет последовательности я ничего не знаю, скажем так, но... Думаю, разберусь. Я не прочел, кстати, название. Кадуций. Никогда не знал, что этот символ называется кадуцием. Латынь я все-таки не изучал. Ну и нужды не было никогда особо. Но латынь язык важный, ведь многие медицинские названия, ребята, и химикаты, и вообще все на латыни. До сих пор называется. Так что латынь штука полезна, но именно учиться говорить на латыни это вот бесполезно. Потому что ни с кем ты разговаривать на латыни не будешь. A hidden symbol. С одним глазом. И эту плитку я не стал задвигать, потому что меня автоматически не... A symbol. Интересно, куда же он указывает дальше? На кадуции его нет. Может, нужно нажать на все плитки с символом? Это хорошая идея. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Например, вот это. Так, соедините все три секрета. Так, как я понимаю, они должны все более-менее соединиться каким-то неведомым мне образом. Давайте упростим себе задачу. Вот почти соединили. The signs are pointing to this bust. И сэкономили пару минут своего времени, почему бы и нет?
Ведь к этому бюсту знаки указывали, нет? Нет? Это как? Как же нет? Мне казалось, на этой стороне бюст был помечен, а на той. Они похожи внешне. А, думаю, справлюсь и так, без подсказки. Как бы я помню теперь, куда идти. Так, бюст, ну пробуем повернуть. Вот здесь могла быть и зарыта наша собака. Нет, не собака Ватсона, она дома лежит. Вот же, какое он сделал потрясающее открытие. Вот оно, ребятки, вот она, где была собака не доктора Ватсона зарыта. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Вполне возможно, кстати. Вода от пара. Надо улики посмотреть. Многие из них не сходятся. В этом проблема. Чтобы не сошлись, не хватает нескольких. Хотя бы. Да даже одной хватит, чтобы начать уже двигаться. Так сказать, какие-то зацепки наши. Потому что пока они не двигаются никуда. A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A sack of crude salt. Соль-то зачем? A sack of... Вот соль я уже без понятия, зачем тут нужна. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. This... Так, понятно, и ступеньки или иерархия. Mummified body. We cannot go any further. Mummified bodies. We are in some type of catacomb. A shovel, not from the Roman era. Это можно догадаться. The pillar collapsed a long time ago. Если он держится на черепах, я бы не особо доверял тому, что на черепах держится. Череп, по-моему, череп и кости не самая устойчивая конструкция. Вы как думаете, ребят? Смотреть туннели. Ну что же, может быть, мы тут что-то упустили? We don't have many leads here. В этом я догадываюсь. Во Фригидаре мы еще вернемся. Давайте еще раз все осмотрим. Что-то опять чешется под глазом. А так, стойте, стойте, стойте. Колонна. The fire casts a shadow upon the floor. Вот это уже что-то. Пропусти уже крупную рыбу. How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. У нас есть две тени. It resembles a bull. It is very similar to the face of Mithras. Хм.
Зажигаем еще. Надо зажечь все, ребята. Что-то лицо чешется в последнее время. Ну и в последнее время именно сейчас. И последняя тень. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. Нептун. Значит, Нептун. А дальше что? Насколько я знаю, третий я поджечь не могу. Я просто думаю, что это мне дает, то что, ну, поджег я эти три колонны, а дальше что? Я еще можно заметить, что одной головы не хватает, и я без понятия, как эту голову можно, собственно говоря, тут поместить. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Может быть, как-то можешь зажечь еще что-то. Смотрим этот скелет, может еще что-то лицо мертвеца. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Have you found something interesting? Да я тут и все нашел. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Я тут такое нашел, Ватсон, да ты вообще офигеешь, кого узнаешь. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Да, эта колонна у нас обрушилась, мы поджечь не можем еще одну. Попробуем вернуться на Бейкер-стрит, ребятки. Мне кажется, для начала это неплохой вариант. Сейчас Скотланд-Ярд, это не совсем то, что я хотел, но ладно. Да, меняем маршрут на Бейкер-стрит. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Попробуем поворачивать и плеть куски формы, чтобы в итоге все подошли друг к другу. I will count this piece. Нет, нам нужны края. Мне кажется, это верх. Так, это край. Сначала нужно определить, так сказать, края. Так, о, постойте, этот кубик не подходит. Так, удерживать.
Этот, в принципе, надо пройти, это тоже не подойдет. Нам нужен какой-то куб, который, так сказать, и здесь встанет, и в себя примет другой куб. Ой, их можно поворачивать. Круто, это как. Так, удерживаем. Так, здесь все встает идеально. Следовательно, крутим волынку дальше. Тут нужно квадрат. Так, нажать, это крутить, готово. Кажется, это должно быть где-то здесь, потому что у него форма подходящая. Не элемент крутить нужно всю головоломку. Черт, это, знаете, я надолго, не знаю, может, я думаю, пропустить может лучше. Потому что это надолго, знаете, я понимаю, что я могу это выполнить, просто возиться, реально просто посидеть. And it is ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... И все же... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Лей. See what we have here. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Так, попробуем сложить это. Попробуем сложить себя. Это край. Это другой край. Это еще один. Вот, у нас уже есть какая-то конструкция более-менее внятная. Кстати говоря.
Потому что у нас еще более внятное тут есть. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Наверное, могу. Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Ну, давайте возьмем. Займемся проявкой фотографии. Ну да, тут все просто, скажем так. Ведь были времена, когда это все было сложно. Сейчас нам, мы даже сейчас не проявляем фотографии, они все в цифровом виде. Хотя я слышу, знаю, что некоторые фотографы до сих пор используют пленочные. Потому что там и цвета другие, и там какие-то есть, я не помню точно, как и что, но есть какие-то особые качества пленок, которые, ну, так сказать, в цифре им не нравятся. Ну, так сказать, фотографы, так сказать, прошлого века предпочитают использовать фотоаппараты не цифровые. Ну, их можно понять. Ну, и это оно. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. The pyramids of Giza in Egypt. Sir Rodney. Ice cream. Ice. Salt. Another archaeologist, most probably. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. И как-то работает. Все время должна идти убийца. У нас есть еще одна заметка. Странная рана. Лед и соль. Форма для слепков. Форма применялась для изготовления орудия убийства. Стеклянный негатив. Лед и соль. Что-то с римскими... Понятно. Изготовление ядов. Изготовить ледяной нож. Вот мы это сейчас, кстати, и проверим. Я пока дальше там продлить не могу линию, так сказать, мысли. У нас не получается. Посмотреть туннель. Туннель я, видимо, еще недостаточно хорошо рассмотрел. Эксперимент со льдом. Давайте. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Так, шоу для колки, да? Hey, look! The temperature is reducing. A block of ice. Ice. Так, пока ноль, нужно еще. Ice. Что-то надо смешивать еще при этом с солью. Пока температура растет. Да, мне кажется, я делаю это неправильно. Пропустить, вот так вот. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. Опять же, можно возиться с этим очень долго. Ну, недолго, но можно потратить минут 5 и повозиться с этим. Ну, зачем, когда можно все это быстро пропустить? И просто наслаждаться сюжетом. Я из-за этого пропускаю, потому что мне... Мозгов там не хватает. Не, просто не хочется. А зачем?
Зачем кому нажать на кнопку пропустить? Я не люблю это в квестах в сторону, когда нужно выполнять задачки, загадки. Я люблю вот, просто слушать сюжет, смотреть, как развиваются события. Мне это интересно. Просто говорю, ребят, что ты знаешь. It enables one to kill a man, and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Да. Все, теперь, считай, дело раскрыто, но мы знаем, нашли оружие, но не более. Шампанское, необъяснимая улика. Его принесли ведерки с шампанским. Так, после нанесения раны нужно оставить, объяснять наличие воды в луже крови. Это мы уже знаем, что для орудия убийства применялось. Это уже что-то, ребята. Мы уже движемся почти у цели. Осмотрите туннели, кто убил сэра. Осмотрите место преступления. Что-то туннели, место преступления как-то все у нас не осматривается. Не получается осмотреть их достаточно хорошо. Спросите про книгу. Ну а кого спросить, кстати, про эту книгу, я не знаю. I'm always... Нужно кого-то археолога, так что, может, наверное, в ярде нужно. Нужно спрашивать в Скотланд-Ярде у того археолога. Я думаю, он должен знать. Ну, а кто же еще должен знать? Наш пес, что ли, должен, блин, в квартире знать? Я думаю, нет. Я думаю, должен знать другой парень. Опять эта противная рожа здесь. Видимо, у них на постоянной основе Паша. Да, слава богу, можно допросить. Знаете, как, так кратко можно кого-то допросить. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the worthy ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. It's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Так, это может Please. Быть он. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? Ah, I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one. And yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary. And we had hoped that... It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. У него есть мотив, мне кажется. Поведение Гару. Жаться на пугающие галлюцинации. Возможно, это от его лекарства. Кто сможет только успеть... Так, слабость Гару. Ухудшилось, но это сейчас никуда не ведет, к сожалению. Please. The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife, which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse. Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well,
then it becomes a curse. Обычное дело среди фанатиков. Ладно, идем в баню. Надо спросить что-то у парня, который ими заведует. Про все это. Может, он какую-то подсказку нам даст. Пока что у нас интересующие очки украдены на записи. Пока что все эти четыре, так сказать, остаются без, без ответа. Объяснимая улика, да, наполовину полная. Но пока что мы конкретно ничего не знаем, так что, ребята, нужно продолжать поиски и расспросы. All these events are bad for the baths. По сути, ничего. Осмотреть туннель. Попробуем заново осмотреть туннели. Наверняка мы что-то таки пропустили, что-то важное, что-то, что может просто взять и повернуть дело вспять. Нам налево. Хотя нет, не налево, просто сюда. Нам же не открывать туннель дважды. Что же, теперь нужно быть внимательным, ребята, и найти все. Что-то я до сих пор упускаю. Вот эту штуку я знаю, что я ее упускаю, но что же я могу с ней сделать, собственно говоря? Вроде особо ничего не сделаешь. Ладно, ребят, давайте продолжим мы уже завтра. Ну, как завтра, наверное, для вас, наверное, будет один и тот же день. Так что... спасибо за просмотр и до следующего раза, ребятки. Пока. Надеюсь, вам нравится. Мне очень нравится. Я большой фанат Шерлока.